Привет, дорогие мои! Начинаю новый блог. Не накрашена, но ничего. У нас еще жарко. Сегодня у нас 23 сентября. Или 22. Вот, на работу не хожу, не знаю, где сел. Хочу сделать мой проект. Я купила картину. Хотела одну купить, но той картины, которую я хотела, уже не было. Там были блесточки на картине. Вот водичка, океан, такой вот красивая, прям как ночи под луной, и все так, водичка вся искрится. Ах, у меня просто картина тоже океан, но без блесточек. И я решила к этой картине добавить такого, ну, блесточек такого, как-то сияние. Вот сейчас попробуем, уже испорчу. Ничего, думаю, будет красиво. Хочу показать, как я это делаю. Вот так выглядит картина. Она еще новая, еще не висела. Видите, она красивая. Тут. И вот мне хотелось по вот этим волночкам подсыпать блесточек. Надеюсь, что будет очень красиво. Вот такие у меня есть блесточки. Ну, естественно, если использовать, это слишком синее. Может, только эти или эти. Хочу вот такой использовать клей. Он, ну, типа как ПВА, но школьный какой-то. Прозрачный. Богдана клей. Буду тихонечко здесь промазывать и сыпать эти блесточки. Вот налила сюда клей. Клей прозрачный. И буду вот эти использовать блесточки. Но сейчас я посмотрю. Главное, вот такую вот кисточку взяла. Может, возьму чуть-чуть тоньше. И буду промазывать клеем те места, вот какие я хочу. Вот здесь, где что было. Где волночки есть, я промажу клей, буду посыпать блесточками. Надо очень-очень быстро клеем мазать, потому что клей будет достаточно быстро высыхать. Вот так аккуратно мы посыпали. Нам главное, чтобы был вот красивый эффект, что водичка искрится. Лишние потом блесточки я струшу над ванной и смою. Получается очень так вот, видите, красиво, как, знаете, вот водичка блестит. Сейчас буду мазать кисточкой и присыпать аккуратно. Мазать только там, где я хочу, чтобы этот был эффект. Вот я вот здесь уже помазала. Аккуратненько клеем. Я так притрушиваю блесточками. Вот. Ну вот, водичка у нас искрится. Сейчас я проверю, чтобы везде немножко было равномерно, и струшу все остальные блесточки, которые у нас насыпались, но они нам там не нужны. Не знаю, я использовала только одни. Переборщить не хочу. Муж сказал, сейчас испортишь все. Я говорю, ну я чуть-чуть дала, испортю. Но мне кажется, вот, не знаю, напишите, понравилась ли вам моя работа. Я бы еще, может быть, этот блесточек, но это уже песок, он не должен блестеть. Там нечаянно где-то в кусты блесточек насыпала. Вот, сейчас еще подумаю. В
вроде бы небо не должно блестеть, только водичка. Струсила блесточки, но не пойму. Видно, как-то местами какими-то взялась эти кусками блесточки взялись. Сейчас что-то подделаю. Ну вот так вот такой эффект. Может, для первого раза неплохо. Вижу свои ошибочки. Но зато, видите, водичка искрится. То, что я хотела. Чтобы такая более живая у меня картина получилась. Все, на этом маленький блок заканчиваю. Сейчас мы будем двигать мебель. Сейчас покажу, как мы потом в следующем блоке покажу, как мы изменили нашу мебель в спальне. Вот что я еще хотела бы сказать. Сейчас вы все сами увидите. Видите, это мне просто повезло. Я вот здесь по краске вот так клеем помазала, а ну клей, вы знаете, прям и отпечатался. Ну, вроде бы так вот и незаметно, как значит, так и надо. Но если присмотреться, это заметно. Единственное, где не видно клея, где я помазала по, видимо, акварели. Вот именно эти волны были с такой толстой краски. Вот по этой только краске надо было идти. Только вот здесь промазать клеем аккуратно и присыпать. А у меня, видите, везде так получилось. Ну, уже я ошибочки такие свои вижу. Но у меня просто не было других блесточек. Может быть, надо было другими посыпать. Ну. А здесь вот видите, красочка такая, она вот такие как перламутровые места, песочек такой перламутровый, все очень, ну это так и было, перламутровый песочек, а моя только вот эта работа. Ну ничего, мне очень понравилось, и вот так все блестит, здорово. Повесили эту картину, вот она висит. И радует глаз. Счастье приносит то, что вы делаете своими руками. Даже в притчах Соломон, богатейший царь, говорит, что все, что вы делаете своими руками, приносит счастье. Вот и так мне картина эта нравилась, а как я ее еще приукрасила, так я просыпаюсь сегодня вот утром. Следующий день, так я просто радуюсь своему творению. Вот. Напишите, пожалуйста, понравилась ли моя работа вам. Вот.